Всем привет, с вами Илья. Мне в Новый год подарил Дед Мороз Лего Майнкрафт деревню. Вот какая огромная коробка. Тут есть Сендермен, Крипер, у меня два Крипера, Пушка, Эндермен, Железный Голем, Зомби, и Житель Зомби-житель, Алекс, Стив с мечом и еще дома. Вот они. А сейчас дома. Посмотрим на собранный набор. Он за коробкой находится. Вот этот набор. В наборе было две инструкции. Как вы наблюдаете? Вот первая инструкция. И вот вторая. Вот номер вот тут. А сейчас посмотрим дома по отдельности. Это рынок. Вот. Вот он. Тут есть Раскин. И он продает эндер-око, тортик, яблочко и железо. Теперь в кузницу. Вот. У ней крыша открывается у кузницы. Тут есть две печки. Рядом с кузницей один житель. И вот тут, как вы наблюдаете, два крипера. Библиотека. Тут открывается дверь и сам раскрывается дом. На потолке паутина. Вот тут книжные полки стоят. Окна, столик, диван. Вот. Еще верстак. Рядом. Вот тут стоит. Тут есть фонарь, колодец, кактус, зомби-житель, Стив с мечом и ведерко, вот, и сухие кусты. Тут есть еще ферма. И Алекс. Еще тут есть свинюшка одна. Так. Зомби обычный. Так. Фонарь. Морковка. Вот. Она. Еще вот тут тростник. И цветочек маленький. Это башня. Тут есть эндермен. Так. Железный голем с цветочком. Вот. У него нос как у носа этого. Так. Еще тут есть маленький подвалчик. Вот. Тут река. А вернее, это озеро маленькое за железным големом. Факел. Окна. Тут есть дом. Около этого дома две тыквы есть. Их можно надевать. Вместо голов человечков. Секунду. Это он тоже раскрывается. Этот набор можешь не скреплять дома. Вот такими штучками и зелеными. Так.
этот набор можно собирать как хочешь. Например, это здание вместо этого, а это сюда, это вот сюда, а это сюда. Как хочешь можно собирать. Создавай любую свою деревню. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.